По меньшей мере 32 человека погибли в результате аварии автобуса в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Автобус, который направлялся из округа Манди в Кулу с 60 пассажирами на борту, упал в реку. Как сообщают представители полиции, штата быстрое течение могло унести тела, поэтому точное количество погибших пока установить трудно. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. Индия занимает первое место в мире по числу людей, погибающих ежегодно в ДТП.